Центральная джума-мечети Махачкалы состоялось духовно-просветительское мероприятие, посвященное великому таинству – ночи Вознесения пророка Мухаммада. В мероприятии принял участие муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Более подробно расскажет Абдулла Алиев. Отметить важное событие в истории мусульман в соборную мечеть города Махачкалы пришли тысячи людей. Мероприятие началось с чтения аятов священного Корана в исполнении хафиза из Йемена Ибрагима Ахмада Аззубаджи. Перед присутствующими выступили известные ученые-богословы. В своих проповедях они рассказали о величайшем событии в истории человечества, чудесном переселении пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим и обратно за одну ночь и вознесение его к Всевышнему. В первую очередь хочу поделиться и своей радостью тем, что вместе с нами здесь участвует в этом благодатном баракатном маджлисе муфтий шейх Ахмад Афанди. И имею честь передать вам от него искренние поздравления. Богословы призывали к любви и милосердию, служению на благо обществу, что является основной концепцией посланнической миссии пророка Мухаммада и его сунной. Когда в ночь Миараджа Аллах показал ему и ад, и рай, сердце посланника Аллаха не отвлеклось, даже на секунду не отвлеклось от Всевышнего Аллаха. Он не засмотрелся на блаженство рая. Он не возмутился наказаниями ада. Но когда он оказался перед Всевышним Аллахом и почувствовал его салям, он думал о нас с вами, дорогие братья и сестры. И довел этот салям до каждого из нас и сказал: «Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи салихин». Мир всем нам и особенно праведным рабам Всевышнего Аллаха джалла джалалюху. Между выступлениями ученых-богословов звучали нашиды, повествующие о жизни любимца Создателя и восхваляющие его. Благодатный вечер завершился коллективной мольбой ко Всевышнему. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.